Здравствуйте, друзья. Что-то мои помидорчики плохо идут, а решил их уматиком удобрить. Навел. Я уже заканчиваю. Многим знаком этот препарат. Ну, примерно как такой. Видно, не видно. Вот такой консистенции, как заварочка, не особо густая. И аккуратненько поливаем еще пачка. Желательно поливать не сухие. Вот так вот их поливаем. Они цветут, ну что-то они у меня тормознулись в развитии. Ну ничего, не пропадают вроде. Дождячок собирается. На востоке он уже идет. Не знаю, полил так слегка все. Ну, работаем, друзья. Работаем. Компостную кучу уливаю. В свободное время, чтоб перегнивало. Так, друзья. Позавчера дождик цветочки поприбил, испачкал. Ну ничего, поливать вроде не надо. А влажный, это гнить начнет. Орешек, красавчик, правильно пошел. Надо вот эту вверх направить веточку. Вот надо какую-то реечку выпилить. Грецкий. Ну как-то так, друзья. Всего вам доброго. Удачи. Хорошего настроения. Мы заканчиваем поливочку. Дождь надвигается. Накрыл моторчик. Это вентилятор сверху. Ну теперь все.